Приветствую вас, друзья. Ну что, мы с женой окончательно распрощались с севером и перебрались в Ярославль. По последним данным, на севере уже полным ходом идет такая глубокая осень, что там уже на каяке не покатаешься. Ну а здесь еще погода более-менее позволяет, градусов 9-10 всего тепла. Это значит, что есть шанс прокатиться на каяке по близлежащей здесь реке, которая находится возле нашей дачи. Вещи мы все перевезли уже сюда. Мои лодки пока лежат, каяки, вот в таком состоянии. Пока их прятать некуда. Гаражика для них не построено еще. Будут зимовать на улице. Но ничего страшного, они у нас, у меня привычные ко всему. Поэтому я думаю, что ничего плохого с ними не произойдет за зиму. Так. Надо теперь подумать, какая лодочка ближе всего лежит. На какой совершить прогулочку. А, ну вот, черно-голубая. Ну ничего. Значит, буду на ней гонять. Ну все, друзья, пришло время отправляться в прогулку на каяке. Ну вот, все, я на реке. Проплываю какие-то тоже лавочки с причалами, с лодками. Какая-то, видимо, турбаза. Ну да, действительно, здесь турбаза прям у самой реки находится. Поэтому вот так здесь все оборудовано. На реке есть какие-то заводи, куда можно заворачивать и там бродить. Ну, давайте теперь начнем с того, на какой реке я именно нахожусь. Река называется Солоница. Она протекает по трем областям. Ярославской области, Костромской и Ивановской. Протяженность реки, если не ошибаюсь, 123 километра. И она как раз является притоком, правым притоком Волги. То есть она впадает в Волгу. Буквально здесь через 3 километра от моей дачи есть впадение в Волгу. Кстати, на одной из каких-то карт, я не знаю, то ли в Google, то ли в Яндекс.Картах, было написано, что то как раз место, где я сейчас катаюсь, называется Ручей Крестовский. Ну, больше нигде ни на каких картах я это не читал название. Везде пишется река Солоница. Отчего это так, не знаю. Название реки связано с многочисленными источниками минеральных соленых вод, которые находятся в долине реки. Ну и говорят, что даже иногда, ну как иногда, наверное, должно быть всегда, вода в реке немножко подсоленная. Ну, не знаю. Я пока ничего не чувствую. Вообще в описании реки было написано, что река в основном безлесая, берега безлесые. Ну, здесь в моем районе немножечко есть какая-то лесопосадка и с правого, и с левого берега. Какая-то видеосъемка для прогулки на каяке не особо получается. Еще не все вещи разобрали. Где-то у меня целая куча штативов находится, где можно было бы подснять какой-то боковой вид или как грибу. А то получается, все время сижу на одном месте, а телефон
не приставить никуда, чтобы показать, как плыву. Ну ладно, ничего страшного. Какая есть видеосъемка, такая и есть. Не обессудьте. На правом берегу реки, вдоль которого я держусь все время, довольно много всяких заводей. Я не упускаю возможности заныривать сюда, смотреть, что здесь интересного. Ну, такие, как канальчики. Да, вот здесь, в этой заводе, как раз как канал получилось. Ну, не знаю, там есть еще проход где-то по нему или нет. Сейчас проверю. Вырулил из того небольшого канала. Хочу отметить, что, кстати, не особо-то и много мест на реке, где можно, по крайней мере, высадиться на берег. Такие берега все немножко с возвышенностью и холмистые. Мест для выхода не особо много. Возвращаюсь назад, хоть увидел каких-то людей, видимо, отдыхающие на этой турбазе. Ну вот, подошла к концу моя прогулка, подплываю к своему причалу. На этом благодарю всех, кто нашел несколько минут своего ценного времени и посмотрел мое видео. Благодарю вас всех за просмотры, за подписку. Увидимся в следующем сезоне.